Несколько лет назад Никита Шепелев был здоровым и полным сил. Болезнь атаковала внезапно. Сначала отказали ноги, а теперь у Никиты начались метастазы. Из-за этого ухудшились зрение и слух. Для дальнейшего лечения нужна дорогостоящая операция, на которую у родственников нет средств. Чтобы помочь собрать необходимую сумму, запорожские музыканты выступили с благотворительным концертом. В нем приняли участие известные исполнители группы «Декаданс», «Фарфор», Денис Липатов, а также Арсен Мирзоян. Помощь в организации концерта оказал комбинат «Запорожсталь». Наша задача на сегодня – перевернуть увагу суспільства, влади, тому що, бачите, концерт відбувається за підтримки комбінату «Запорожсталь», за підтримки міської влади. Комбінат «Запорожсталь» нам завжди допомагає з будь-якими проханнями, до яких вони зверталися. Мы возлагаем большие надежды, что в том плане, что, во-первых, очень много людей об этом узнают, в том плане, что этот концерт, то количество людей, которое собралось, как-то поможет Никите воспрять духом. И, ну, он боец, он очень сильный духом парень, поэтому я думаю, что в любом случае он выкарабкается. Запорожские исполнители имеют опыт в проведении благотворительных концертов. К примеру, в прошлом году Арсен Мирзоян и его коллеги собрали более 80 тысяч гривен на лечение Полины Остапенко. Для Никиты музыкантам удалось заработать более 27 тысяч гривен. Мы надеемся, что с нашей помощью у него все получится, он вернется в строй, он снова будет здоровым человеком, дай бог. А мы со своей стороны постараемся зарядить всех пришедших сегодня на концерт положительной энергетикой. Кроме материальной поддержки, зрители концерта написали Никите пожелания о скорейшем выздоровлении, которое ему обязательно...